Про это учреждение в России складывают анекдоты и одновременно боятся. Речь о налоговой. 25 и 26 октября можно будет лично убедиться, что там не кусаются, даже наоборот, помогают. В эти дни во всех налоговых инспекциях России, в том числе в Чебоксарах, пройдут дни открытых дверей. Если у вас есть автомобиль, земля или, к примеру, недвижимость, другими словами, имущество, то кроме подоходного налога, то есть НДФЛ, вы должны платить налоги, которые так и называются – имущественные. Оплачивают их на основании уведомлений, которые налоговая рассылает гражданам. Специально для тех, кто такой документ получил и в связи с этим возникли вопросы, в налоговую устраивают день открытых дверей для физических лиц. А хочу напомнить, что в соответствии с законодательством сроки уплаты налогов установлены по транспортному налогу не позднее 5 ноября 2013 года, по земельному налогу и налогу на имущество 1 ноября 2013 года. Именно поэтому в конце октября налоговые органы и проводят дни открытых дверей для того, чтобы помочь гражданам исполнить свою обязанность по уплате налогов. Тем, кто придет в налоговые инспекции, наши специалисты расскажут, кто и в какие сроки должен уплатить налоги, какие ставки, какие льготы используются в конкретном муниципальном образовании и ответят на вопросы по теме налогообложения. Кроме того, на специальных компьютерах посетителям предоставят доступ к онлайн-сервисам Федеральной налоговой службы. Также всех желающих зарегистрируют в сервисе личный кабинет налогоплательщика. С помощью такого кабинета можно узнавать о своих задолженностях, получать и распечатывать уведомления и квитанции, обращаться к налоговикам без личного визита в ведомство.